Добрый день. Как вас зовут? Виктория. Виктория. А малышку вашу? Милана. Милана. А это ваши братья и сестры, да? Да, младшие. Вы самая старшая. А как вас зовут, дед? Виолетта. Никита. Даня. Лера. Лера. Мы присутствуем в семье многодетной, где у старшей дочери также матери-одиночки, как и ихняя мама. Тоже есть ребеночек. И в семье пятеро детей, плюс еще ребеночек, шестеро, да? И сегодня благодаря жителям, ну, моим друзьям, подписчикам и тому прочее, вот мы приехали немножко вас проведать, да? Вот к Новому году мы привезли подарок. Вам небольшой. Это два продуктовых набора. Скажите, как вам? Сложно живется? Ну, да, и что с вашей мамой? Мама в реанимацию попала. С язва желудка. Как бы не ожидали, что так все получится. Не, то есть она сейчас в больнице, да? Сейчас в больнице. Ее прооперировали? Нет. Ну, как бы сделали зонтом. Лазерное зажигание или как-то. Ну, я понял. Требует много денег, как бы говорю, что многодетная семья их не волнует. Совершенно, да? Еще раз не понимаю. Совершенно не волнует, то есть многодетная. Что, да, что многодетная, никакой помощи, ни шприцов у них нету, у них ничего нету. Ну, то есть эти детки как хотят, так теперь они на вашем, скажем так. Ну да, и у меня находятся. Как бы у мамы там и ремонт идет. То есть, получается, вы свои братья и сестеры, одна за ними следит. Следите, да? Ну вот сейчас от друзей и подписчиков возьмите немножко денежек. Спасибо. Надеюсь, хоть чуть-чуть вам на лекарство для мамы. Маме. Я такая малышка. Вот. Друзья, вам огромное спасибо, низкий поклон, потому что без вашей помощи вот многим семьям здесь просто не выжить. Спасибо и храни вас Господь.